От аэропорта до улицы Пушкина, ни разу не останавливаясь на красный свет. Не мечта, а реальность абаканских автолюбителей. В городе уже 5 лет работает система, благодаря которой время ожидания на светофорах сократилось, и передвигаться по городу стало значительно удобнее. У нас в Абакане смонтирована система ОСУД. Многие называют ее «зеленая волна», но «зеленая волна» – это производная система ОСУД. Это перевод расшифровывается как автоматизированная система управления дорожным движением. Она была смонтирована в 2019 году. Приехали специалисты, установили сервер, мы установили сим-карты в каждый светофор. На данный момент у нас в этой системе 87 светофоров. Всего в городе их 130. 87 от 130 – это значит почти 70% регулируемых перекрестков можно проехать по зеленой волне, если двигаться со скоростью 50-55 км в час. Конечно, в первую очередь это центральные улицы, движение по которым наиболее интенсивное, но постепенно подключают улицы и в других районах города. Это улица Некрасова в границах от Пушкина до Крылова. Потом улица Дружбы народов и улица Щетинкина, начиная от аэропорта, от улицы Авиаторов и до улицы Пушкина. Работает у нас зеленая волна. Потом сама улица Пушкина от Юбилейной и до кольца с пересечения с улицей Некрасова. Также улица Торосова, улица Тараса Шевченко, улица Крылова, улица Кирова. Ну, основные крупные улицы, которые требуют регулировки, чтобы люди беспрепятственно проезжали, они включены в систему «Зеленая волна». Систему постоянно дорабатывают, вносят необходимые корректировки. Например, после введения на некоторых перекрестках режима работы светофоров вокруг красной, нужно было отрегулировать «зеленую волну». То же самое и с введением трехфазного режима работы светофорных объектов. Главная цель внедрения этой системы – снижение аварийности и создание комфортных условий для передвижения автомобилистов по дорогам Абакана. Евгений Дмитриев, Владислав Воронов, Новости Абакан 24.